Исследовательница замечает, что в Рюссен-Пихам присущи такие качества, как упрямство и бесстрашие. Кроме того, по ее мнению, еще Рюссен-Виха были, безусловно, элементы расизма, реакционности, уверенности в превосходстве финнов над русским. Вот именно этот сложный клубок где-то противоречивых по своей сути качеств был характерен для Элиса Эрка. У него негативное отношение к соседней стороне проявлялось буквально во всем. Эрка откровенно и открыто недолюбливал соседнюю страну и одновременно недооценивал Советский Союз, считая его опасным и одновременно крайне слабым государством. Особенно хорошо это было заметно, когда со страниц принадлежавшей ему газеты «Хельсинген Санома» была в 1937-38 году развернута кампания с пропагандой военной слабости СССР. Он был также вполне удовлетворен провалом попыток нормализации Финляндии своих отношений с Москвой в 1937 году. Советских лидеров Эрка также воспринимал крайне критично. В частности, Молотова он ехидно называл ботаником, с которым невозможно договориться. Ну, самым выразительным в этом отношении были дневниковые записи самого Элиса Эрка. В них он весьма откровенно изложил свою позицию в момент срыва советско-финляндских переговоров в Москве. Он записал, что готов отказаться от всего, чтобы спасти страну от войны. Но далее он добавил, что я не могу отступиться от принципов. И в этом как раз и находится квинтэссенция того, что в конечном итоге привело Финляндию к войне. В этом, очевидно, также можно было увидеть и ответ, почему Пасеки в Зимнюю войну назвал войной Эрка. И почему советские инициативы в конце 30-х годов не получили поддержки с финской стороны, оказавшись в конечном счете полностью бесплодными.